празднословие. Но мы думаем, что и вандализм — это тоже грех. Но просто промолчите. Но возьмите за правило категорический императив, который может вооружиться и все мы с вами. Ни слова, ни дела, не участвуем. Это тоже демонстрация, как у Лидермана, да? Да. Это чего демонстрация? Это остатки демократической России. А как это сочетается с демонстрацией по поводу Анны Франк? Что это совсем искусственно, что за этим ничего не стоит сейчас. За кем? А тут за этой демонстрацией. Какой? Анны Франк. А тут? А тут стоит, это же реально с контекстом связано. Да. А с Крученок как-то связано? Он тут рядом жил. Да? Да. А где он жил? Вот в Красном доме, вон там за углом. А тут же реально? И он тут и умер. А тут? Как это вот? Это ближе к Крученок или к Анне Франк? Мне кажется, это третий путь. То есть это и не Крученок, и не Анне Франк. А к чему это ближе? Грибоедов. А в каком смысле? Ну что, это же Грибоедов, вот он наблюдает, видишь, как? Да. А тут реально? Это место, где они сказали свои последние слова, если только им эти слова дали сказать. Казалось бы, между Анной Франк и Алексеем Крученок ничего общего нет. Но если напряженно вдуматься, то выяснится, что действительно между ними ничего общего нет.